Потребовалось перепаять разъем для вот такого маленького моторчика. Сегодня я подробно расскажу, как я делаю красивые и удобные, и надежные разъемы. Это не XT60, это какие-то другие там 60-е разъемы. Значит, во-первых, нам понадобится вот эта сама заглушечка, которая надевается сюда. Сам разъем, термоусадка тонкая по диаметру провода. И на разъем надевается очень удобно термоусадка диаметром 15. Сейчас я все это буду собирать и по мере съемки сборки снимать. Обычный припой, такой вот уже с канифолью, вот так вот вставляется сюда кусочек, прижимается паяльником, и вот такой вот результат. Потом провод прогревается, сверху еще можно накапать немножечко припоя, и все это очень надежно и прочно будет. Установили наконечник, надели всю термоусадку, все, соответственно, тут припоем измазали. Переберем разъем, обязательно паяем разъем, вставленный друг в друга, потому что он достаточно мягкий, и припайки, вот эти штучки, начинают немножко смещаться, поэтому надо паять, обязательно вставив их друг в друга. Полностью хорошо пропаяли. Припой везде проник. После этого надеваем термоусадку на него. И когда начинаем паять следующий разъем, термоусадка сама усаживается и полностью обжимает вот это место. Все, феном прогрели, термоусадка села. Теперь все это покроем немножечко термоклеем. Столько термоклея. Теперь наденем термоусадку сверху. Термоклей весь расплавится при нагреве феном и получится очень красивый, удобный хвостик. И вот этот разъем, он никогда не развалится и не отвалится от провода. Теперь все очень жестко закреплено. То есть ни сам разъем не развалится, ни провода из него не выдернутся. Термоклей разогревается, когда мы термоусадку греем. Термоусадка его сжимает и лишнее выдавливается через вот этот хвостик. Сейчас он застынет, и можно просто этот лишний термоклей отрезать кусачками. Получается очень длинный хвост, очень удобный, и провода он защищает. То есть не сломать, не оторвать, не вырвать провода из этого разъема не получится. Ну и всегда на то, что вот потребляет энергию, мы ставим разъем типа папа. А разъем типа мама мы ставим на то, что энергию выдает. То есть либо на батарею, ну то, что идет первоначально, то, что питает.